Торнадо Energy. Do damage. Здорово, бро! Недавно вышел один из самых жирных наборов Twitch Prime под названием «Звездная ночь». В нем ты можешь получить два прем-танка 8 уровня — Лев и Rheymetal Scorpion G. Каждому из них временный слот в ангаре и 100% экипаж. 2D-стиль под названием «Звездная ночь», как будто маленький Пабло Пикассо взял и разрисовал ваш танк. Медаль «Королевская печать», 3 дня танкового премиум-аккаунта, 20 задач на X5 опыта за победный бой и учебные брошюры. Более подробно о пакетах Twitch Prime ты можешь ознакомиться на моем сайте по ссылочке в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба, здорово, мужики, вы на канале NeRU, и сейчас вы будете смотреть вырезку со стрима по итальянскому среднему танку ProG65 с общего теста песочницы, где проводится тест нового оборудования 2.0, который в ближайшем обозримом будущем выйдет на основу. Короче говоря, почему вырезка? Потому что я хочу, чтобы вы посмотрели на мои, скажем так, впечатления от того набора оборудования, который я повесил на итальянца, а именно это досылатель боновый вентилятор, а также турбонагнетатель, новое оборудование, которое просто взрывает мозг на многочисленном количестве танков, и они преображаются, и именно эти впечатления я получил после того, как поиграл на Проджета. Будет очень много матов, так что если вы смотрите с беременной женщиной, с бабушкой, с детьми, давайте подальше их уводите, потому что сейчас будет настоящий мужицкий мат, 18+, все как вы любите. Поехали, приятного просмотра. Так, мобильность. 21,5 лошадиных сил на тонн. Я бы на самом деле с таким набором бы поиграл. Все, ребят, последний бой. Хочу посмотреть, как Проджета будет играть с таким набором оборудования. Если досылатели заберут, то тогда оптику ставишь. Тогда оптика, малошумка, вентилятор, и играешь на этом танке как снайпер. Все, по-другому никак. Снайпер плюс обзор. ТВП уже было? Не было. Ничего не было вообще. Первый танк тестим. Да, конечно, было. Тезка ликвидатора. Спасибо большое, Лёха, за донат. Здорово. В целом идея разрабов с новой оборудкой интересная. Но почему у ПТ забрали оптику и оставили только рога? Да, и почему оборудка стала дороже? И почему ты не участвуешь в Лешва Кап? Играешь круто, бесспорно. Ну, мне не интересно участвовать в Левша Кап. Спасибо большое. Вот, почему забрали у ПТ оптику и оставили только рога? Ну, для того, чтобы ПТшки не брали оптику, походу, и не так жестко доминировали. Ну, не знаю, честно говоря, почему именно так. Честно, у меня нет абсолютно никаких идей, почему так именно сделали разработчики. У меня абсолютно никаких идей нет. Я задам, скорее всего, этот вопрос разрабам. Если получится. Зачем ты это делаешь? Ну, двигатель помогает. Ну, типа, вы посмотрите просто, насколько резвый стал Проджета с мощностью движка. Он и быстрее поворачивается намного. Вы просто посмотрите, насколько Проджета стал более вертлявый с мощностью двигла. Вы просто посмотрите на этого ужика. Не, мощность движка — это очень клевая тема. Я бы даже сказал, что это прям вообще must-have теперь модуль для Проджетки. Очень клевая она с ним. Очень клевый танк с этим модулем. В оборудовании. Мне нравится.
Блять, какая же это имба, это просто пиздец. При всем уважении. Привет, Нир, когда стрим закончишь? Вот сейчас заканчиваю уже. Это последний бой. Не, это слишком мощный танк. В таком наборе оборудки. О, господи. Это просто космическая машина. Вы просто посмотрите, насколько он точный. Вы просто посмотрите, насколько он жестко разваливает. Мать моя женщина, это просто забей. Насколько он быстрый, насколько он скорострельный. Ну, не знаю. По-моему, реально надо досывать или убирать. Слишком имбовый становится с ним. С таким оборудованием. Как-то слишком пиздецово ощущается этот танк. Я, блядь, даже уворачиваюсь от пуль. Просто Нео ебучий. Какой же, блядь, он быстрый. Это пиздец. Пиздец, какой он быстрый, блядь, это невозможно. Это просто нереальный танк. Вы просто посмотрите на него. Он просто невероятно быстрый. Это вообще не СТ-шка, это ЛТ-шка. Что это такое? Да это вообще неадекватно! Дядя, это нонсенс! Я просто уворачиваюсь, блин! Вы посмотрите, он реагировать не успевает! Пиздец! Всем спасибо, кто смотрел сегодняшний стрим. Не забывайте, пожалуйста, лайк прожимать, на канал подписываться.